Итак, объявление я уже пораскидывал. Сейчас либо будем ждать, пока нам напишут, либо сейчас начнем на сайте зарабатывать. Так. Вот мы написали. Не прошло и 5 минут. Я сейчас пишу текст, а вы в дальнейшем просто сделаете себе готовые тексты и просто будете их отсылать. Я их называю макросами. Сделайте просто себе макросы и будете сразу кидать. И не надо будет тратить время на то, чтобы писать каждому человеку. Так, на моей странице зарегистрироваться и там оставить 20 комментариев. Да, это все. Так, все, теперь ждем. А пока мы ждем, что люди начнут выполнять эти задания, мы и сами сделаем свою длинную норму. Для этого заходим в личный кабинет. Run 1. Так, пароль. 1 пароль. Так, я что-то неверно сделал. Сейчас еще раз пробуем. Пароль. Нажимаем войти. Все, мы вышли. Теперь нам необходимо оставить 20 комментариев. Как мы это будем делать? Все очень просто. Для начала заходим на наш поисковик Google и вписываем новостной сайт. Вот, например, берем сегодня UA. Копируем и вставляем в поиск. Сегодня я не нашла. Нажимаем расширенный поиск. Везде. Нажимаем найти. Ничего не нашли. Отлично. Это наш клиент. Еще раз заходим. Видимо, не сохранилось. Не смогу войти. Так, я пароль ввожу со старого, а надо с нового. Мирон 1. Пароль. Нажимаем выйти. Все. Добавить отзыв. Рубрика. Пускай будет. Персона. Нажимаем добавить предмет отзыва. Вставляем сайт. Сайт без кавычек, без всего. Просто название, точка и домен. Рубрика.
фрилансеры. Нажимаем выбрать файл. Файл выбираем, который подходит к этому сайту. Сейчас я сделаю скриншот, чтобы вам не занимать времени. И после того, как я его закину в папку, мы продолжим. Все-таки я решил рассказать вам, как делать скриншот и показать. Смотрите. Мы скачали специальную программу, LightShot называется, и делаем вот скриншот сайта. Нажимаем сохранить. И скриншот у нас сохранен. Теперь необходимо указать место, где находится скриншот. Вот наш скриншот. Открываем и нажимаем сохранить. После этого переходим в статью редактировать. Смотрим, все ли нас устраивает. А здесь меня устраивает абсолютно все. Нажимаем сохранить. После этого переходим на главную. Видим нашу запись. И нажимаем добавить свой отзыв. Что мы будем писать про газету сегодня? Так как я интересуюсь также политикой, помимо заработка в интернете, я напишу здесь свой отзыв. Я сейчас поставлю на паузу, чтобы вы потом увидели готовый заголовок. Все, текст написан, заголовок написан, достоинства и минусы тоже. Вот, я написал обычный набор фрилансеров. Из достоинств современная оплата. Из недостатков не заметил. То есть вы будете писать статьи в своей рубрике. То есть в чем вы разбираетесь, в том вы будете писать. Здесь не имеет смысла, о чем вы будете писать. Главное, чтобы были статьи. 20 статей, и у вас будет 100 рублей. Это раз. Во-вторых, вам засчитается по 100 рублей за каждого приглашенного человека. И таким способом вы сможете выйти на доход 2000 долларов. Если у вас будет хорошая база, то есть примерно через 1,5-2 месяца у вас уже будет доход 2000 долларов. На первом этапе 1,5-2000 рублей в день. Смотрите статью. Поставьте пока на паузу, прочтите, ознакомьтесь со всем. Что я сделаю следующим? Я возьму это все, скопирую. Для начала перейдем на сайт allcalc.ru и скопируем весь наш текст. Мы его скопировали, теперь вставляем сюда. Для чего мы это делаем? Нажимаем вычислить. Как видите, здесь 797 долларов. Минимальное требование для текста, который мы будем писать, это 707 долларов. Как видите, текст вообще небольшой, всего 790 символов, но он уже подходит. То есть от 700 символов. Всего таких статей необходимо написать 20, и у вас в кармане 100 рублей. Удостоверились, что нас все устраивает, и нажимаем «Отправить отзыв». Нам еще необходимо ввести оценку для общего рейтинга. Общая оценка 5, потому что нас все устраивает. Отправляем отзыв. Как видите, наш отзыв уже отправлен. Он находится на модерации. Как только модератор его одобрит, а он одобряет все отзывы, ну, конечно, более-менее нормальные. И тогда вы получите на счет свои денежки. Помимо того, что сервис платит вам 100 рублей за 20 отзывов, здесь еще присутствует очень хороший бонус. В чем заключается бонус? Люди будут заходить в Google, писать, например, о газете «Сегодня». Пишут «Газета сегодня» и попадают на этот сайт. Они заходят на вашу статью, а она будет в списке номер один в Google. В первую десятку она точно войдет. И они заходят, смотрят. И за каждый такой переход человека вам платят 10 копеек. То есть помимо того, что вы будете зарабатывать деньги за эти статьи и за приглашенных людей, вам еще будут начислять средства за то, что люди будут просто смотреть на вашу статью.
В дальнейшем я планирую создать курс о том, как накрутить эти просмотры. Я вам его отправлю бесплатно на почту, и вы уже сами будете решать для себя, будете вы накручивать, нет. Просто я вас этим ознакомлю, а решение уже принимать вам. И также хотел бы я вам продемонстрировать то, как можно делать большое количество аккаунтов самому. То есть, помимо того, что люди будут выполнять для вас задания, как я вам описывал, ВКонтакте писать, спрашивать, что и как делать, вы им будете отвечать, можно еще самим это делать. И так, чтобы администрация сервера этого не заметила и, ну, ничего вам не сделала. То есть сейчас, на данный момент, вы уже знаете то, что вам поможет выйти на доход в 2000 рублей в день. Но помимо этого, я могу вам показать еще не совсем белую схему. Но она, во-первых, работает. Во-вторых, вы уже сами решаете, делать вам ее, не делать. То есть на данный момент обучение по поводу 2000 рублей в день вы прошли. Следующем видеоуроке я покажу вам, как можно делать так, чтобы регистрировать много аккаунтов и делать все самому. Я просто не мог упустить этот момент, так как прошло всего 15 минут, а ко мне в партнерскую программу подключилось уже 3 человека. 3 человека подключилось ко мне за 15 минут. И вот доход, который они заработали. То есть вы можете сами посчитать, сколько будет заработок у этих людей, если он за 10 минут заработал 7 рублей 20 копеек. А у нас текущий баланс это 12 рублей 10 копеек. Это с учетом того, что администратор еще не проверил наш комментарий. Это накапало лишь за то, что люди заходили на мою статью. То есть ее видно, но администратор за нее мне еще ничего не начислил. На этой ноте этот урок заканчивается, и в следующем уроке я вам, как и обещал, покажу, как делать аккаунты самому.